Дизайн – це така дитяча іграшка, яка крутиться. Дизайн – це думаєш і придумав. І придумав, наприклад, хочеш собі нове платье, придумав, шив собі. Дизайн – це так називається ательє, де шиють одежду. Дизайн – це дзвіночок, що дзвонить в двері. У казки про червону шапочку є шапочка була чарівна. Це було дизайн. Дизайн – это когда разные квартиры украшают. Дизайн – это выдумывают всякие платья, юбки, кофточки, штаны. Планшеток называется, потому что он бывает разноцветным. Планшеток называется, потому что на В нем можно еще много разных вещей делать. Он так называется, потому что он плоский. Так называется планшетка, потому что он квадратный. Там есть детали, которые называются планшет. Планшет так называется, потому что он квадратный. Бутерброд называется бутик, потому что... Их ели только сначала в бутиках. Бутерброд так называется, потому что нужно, чтобы название было нормальное. Потому что сыр накладывать, и потом хлеб. Бутерброд так называется без слова «брат», потому что его можно брать и есть. Бутерброд так называется, потому что его придумал бутер. Він так называется, потому что... Туда дают фрукты або какие-то овощи. Бутерброд кладем прямо в рот. Он так называется. Пюре так называется без слова потолкти. Потому что его толчут. Пюре – это перемолотая картошка. Пюре так называется, потому что его нужно варить. Пюре – это что перемалывают фрукты и потом дают маленьким детям. Пюре так называется, потому что когда его взбиваешь, оно чуть-чуть пенится. Пюре так называется, потому что оно не жидкое и не твердое. Был такой кухарь пан Пюре, придумав эту справу. Так и назвал ее. Пюре, оно так называется, потому что оно жовте. І вкусно. Театр – це всякі виступлення там і всякі звірі можуть бути. Театр називається слово «танці», тому що в театрі часто танцюють. Театр – это место, где выступают актеры и актрисы. Театр так называется, потому что это название придумали уже давно. Театр – это может быть театр ляльковых, театр теней. Так называется, потому что их придумает театр. Театр – это где игрушками показывают, одевают на руку игрушку и показывают... Детям другим. Потому что там темно, а потом там фонарик включают, и там показывают игрушками все. Поэтому театр. От слова темно.